Всем привет, дорогие зрители и подписчики, ого, наших, нет, точнее, моего пока канала, с вами Нейт и Айрон. Всем привет. Мне понравилась эта вставочка, пока что мы... Да, и мы продолжаем проходить Borderlands 2, это эти раки, помнишь? Ничего себе. Я вообще не знал, что они тут есть. Они на закате, смотри, это закат или рассвет, хрен его знает. Наверное, это рассвет. Рассвет, сейчас ночь была. Сейчас ну, ночь точнее, была. Ну, игровая ночь была. В игре. Ну да. Так, у нас тут задание. Себе, прям как ранние пташки. В первой серии мы там какой-то беспредел устроили. О, опять летят. Чувствую. Мне в жопу кусают. Я думаю, каждый учует, если его в жопу кто-то кусает. Ага. Эй. И смотри, они, вот по сравнению с первой частью, они тут дерзкие очень. Ага. Хрен попадешь, вот я лично помню, раньше мы как-то лучше в них. Да мы в них попадали вообще скилл без проблем. Пропили, либо с игрой что-то не так. Вот. И патроны здесь кончаются, это капец какой-то. У меня опять кончились патроны. Сейчас я. Опа, с дробовичка. Опа, блин, не успел. Так. О, а откуда они у меня сейчас взялись? Оп, оп. Все. Оп-оп-оп. Пистолет выпал. Так, ну давай задание брать. Ща, какой-то мне пистолет выпал. Надо похлопать железяку по плечу. Это самое, наверное, долбанутое задание, которое было за всю мою жизнь. Давай похлопаем. Братан. Гляди, какой пистолет. Да, неплохой. У меня тоже. Я один его не слушаю. Так, наш какие-то... Надо убить Флинта. Да, нас должны убить какие-то Бум и Бэм. Типа Чука-Гек такие, знаешь? Да, да. Чопа-чопа. Бим и Бом. Я не знаю, тут какой-то дернул переключатель. Карту? Да, нам довольно далеко идти. Но тут, знаешь, такие локации покрасивее, чем в первую часть. Да намного. Тут поэтому графику потребовательнее, естественно, в первую часть. Хотя разница небольшая. Смотри, использовать телескоп $5. Ни хрена себе, у меня таких денег нет. Я столько не зарабатываю. Сроду таких денег не было. Опа, псих 4-го левела, ну ни хрена себе. А мы только середина 3-го. Я 3-го, да. Какой тебе сквайр пошел на это? Мародеры немножко на Флинта похожи, кстати. Чё? Я не знаю, что это. Записывающий аппарат какой-то. У меня патроны кончились, ё. Короче, я отхожу. Я тоже, у меня патронов нет, жизни нет. Не, патроны есть, щита нет. Так, патрончики. Сейчас попробую оружие переключить другое. Какое-то оружие тут хватило. Блин, что на том нет, что на том. Первый мародер, который... Надо туда бежать, там патроны. Что, тебе больше делать нечего. Я тебя попробую как прикрыть. Да-да-да, прикрывай меня. Так, я его убью, не трогай меня. I'm empty. Во, все. Так, лечись, у тебя тут нужна лечилка. Воу-воу-воу-воу-воу. Да тут бои, конечно. Хрен понимаешь, откуда они вылазят. У них то ли ракетница, то ли что. Так, тут мы разрулили. Жены, дети. Блин, а тут роботы прикольные. Ааа, сейчас взорвется, беги. Ты что, ее рванул, что ли? Или это по сюжету надо было сделать? Нет, не по сюжету, просто так. Мне лично за это 2 бакса какого-то черта, да. А вот, выпали. Давай обыщем все, прежде чем за ним идти. Да я посмотрю.
А то помнишь, были тайники всякие. Это да, кстати. С пушками. Пока что нашел только бабки. Мне патроны, а не бабки. Вот патронов лично у меня нормально. Во, я что-то нашел. Пушки. Да, вот, нашел патрики. Слушай, а вот мы туда идем, а там, может, туда сходим? Куда? Вон туда. Лично у нас вот квест. Это не квест, это доп-квест. Давай возьмем. А, помнишь эту? Да, 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 кстати, она страшнее, кстати, стала вроде. Это у нее с глазом что-то случилось, что ли? А у нее пол лица там обожженное или еще что? Пойдем туда сходим, видишь? Так. Туда пойдем сходим. Там что-то интересное. Так нам туда что ли по заданию? По доп заданию? Нет, но я хотел бы туда сходить, только там что интересное есть. А доп задание где тут? Где этот найти аудиодневник? Аудиодневник вообще там? Но это главное задание, как я понимаю. Нет, это наше сейчас задание. Ты попал в бочку? Ага, случайно. Воу, 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 воу. Воу, нифига себе он меня. Подожди, я убью. А те хрена я убью. По ним еще попробую попадем. Угу, я все патроны иссадил. Хорошо, что тут можно во время такого режима переключать оружие. Лол. А, да, в первую часть, по-моему, нельзя было, это вообще было ужасно. Помнишь, заканчивались патроны, и все, тебе хана. То есть рядом нет союзников, да. Что я сделал? Что это вообще? Прикинь, даже надписи перевели, будьте осторожны, смотри. Да-да-да. Как в Скайриме прям. Так, тут что есть. О. Чекпоинт. Приятно в такие игры играть, когда их качественно перевели. Чекпоинт. И не тронули, знаешь, озвучку. А то как русские переводят, это, конечно. Так, тут, короче, лечилка нужна. То, что мы бомбили. Ой, нужна, если тебе нужна. Да, я взял. Баблозики. А, баблозики. Ты меня зажал. Ты дай меня зажал. Баблозиков. Дай баблозиков, иначе не получу. Так. А, вот еще есть. Вот это понимаю, это пирс или что это вообще? Черт. Не, пирс это фамилия у этой бабы. Просто нам-то нужно туда, как я понимаю. Куда не, нам мы. Я вообще сюда иду просто из любопытства, потому что нам сюда. Не, я понял, мы решили посмотреть, что здесь. Но мне интересно задание, которое мы взяли, дополнительное задание. Это вообще нам обратно надо идти в нашу деревню, вот эту. Ну тогда сначала по главному сейчас пойдем. Здесь все закончим. Блин, жалко нет гранат. Сюда бы гранату кинуть. Нихера у него, блин, этот чип. Ох ты ж, черт. Нифига себе бомбануло. Ты рванул. Ты че, маленький психи, аккуратней. Добьешь или тебя поднять? Вряд ли добью, поднимай. Teamwork is honor, an unbreakable binding that I must respect. Эй! Меня тебя отгоняют просто. Давай, есть. Так, я валю. Щиты у нас просто дерьмовые еще, поэтому... У меня 5 хп. И щит сбит просто. Отходи тогда. Сейчас у меня щит восстановится. Ух ты, черт! Взор на молодоплю, валим отсюда. Короче, прямо сюда приперлись. Мы его запинаем в тимворке, давай попробуем. Я нет, патронов. А? Ты его добьешь? Я его добью. Делаем ставки. А, еще один. Выпали с него хотя бы что-нибудь. С
Самое забавное, что они на тебя агрят. Блин, да как в прошлый раз, помнишь? У тебя вообще патроны? Эй, а меня поднять? Я его почти добил. Не, я его сзади добил просто. Ножом стоял. У меня немножко какой-то, что-то, знаешь, типа ледокол или топорика. Мощная вещь, короче. Ладно, пошли отсюда. Я не думаю, что мы тут что-то интересное найдем. Не, ну вдруг там оружие есть. Хотя я много чего понаходил, сейчас посмотрим. Тоже верно. Ну пойдем посмотрим, ладно. Раз уж начали, то лучше закончить. Все равно здесь тупик. Но что-то там есть такое, я уверен. Не просто же так тут все так охранялось хорошо. Понятно. Я нашел пуху на 5 уровень, а у меня только 4. Там какой-то... Лет? Это ПП, короче. А, никогда ими не особо не пользовался. Мне больше дробаш бы какой-нибудь мощный. Так. И удалась игра. Вот это вот меня что-то смущает. Ой, я чуть не разбил взрывоопасный бар. Поехала. Подойди. Кто? Откуда? А, вон. Что? На крыше. Где не вижу. Из него, по-моему, что-то выпало. Да мне просто залезть туда. Во, залез. Как залез? Да просто запрыгнул. Пулючий пистолет, блин. Урон еще хуже, чем у моего. С него аптечка выпала. Да, аптечку все забирают, потом. Так, да. а еще можно наверх? Как же нам через забор через этот пройти? Я думаю, тут опасно. Я хочу еще наверх, вот тут вот. Я думаю, даже проползаю тут. А, думаешь, тут можно как-нибудь по крышам? Да. Ну это здравая идея на самом деле, но только... Блин, не запрыгивается. Да, тут, по-моему, сделано, что надо через забор, или как-то отключить его надо. А как его отключать? А вот черт его знает, сейчас посмотрим. Выход есть всегда, в принципе. А вот видишь там, что... Ай! Ты пройти, в общем, не можешь, да, даже под уровнем? Меня бьет током. Ну ты не проходишь сквозь. Я попробую сейчас, у меня сейчас щит восстановится. Да, пройти нельзя. Вообще нельзя, ты не проходишь насквозь. В общем, нам нужно наверх. Ты видишь, тут, короче, канат такой, который перетягивающий. Тут, значит, идет, короче, электричество вот отсюда сверху. Надо нам как-то туда забраться. Давай попробуем. Давай. Оттуда, я думаю, можно будет какой-нибудь заслоник дернуть. Заслоник? Зеленый? Да. Так. Текс. Хрен поймешь, кто залазит. А вообще никак, смотри. Может, есть какой-нибудь потайной ход, но прям очевидного такого нет. Да. Не, ну мы попробуем. Не, пробовать всегда нужно. Мало ли что. Как-то тут вообще непонятно. А, вон там какая-то фигня есть, видишь? Где? Сторожка какая-то, пойдем посмотрим. Мы там были. Вот в этой нет, не были. Тут по-любому нужно здесь где-то вот залезть. Чекпоинт у меня включился, мы тут не были. Ладно, давай посмотрим, что там. Было бы еще круто, знаешь, если бы лед под нами ломался. Но это... Я, конечно, понимаю, что это уже слишком жирно. Но... Слушай, мы... Только чекпоинт включили, походу мы сюда потом придем по сюжету. Тут должна быть лодка. Покажется, я полагаю, что знаешь по какой? Как раз таки помнишь, там что-то про пирс было? Пирс — это фамилия у этой бабы. Блин. Я думал, нужно на пирс типа прийти и поплыть потом. Это как тот в Saints Row пирс, помнишь? Да. Блин. Как-то надо туда залезть, может тут где-нибудь отключается электричество, потому что провод идет вниз. Ну там по-любому надо залезть, не просто так это все нарисовано, и не просто так там замануха какая-то. Провод идет вниз. Так.
А вот как туда залезть? На чем туда залезть? Ни лифта, ничего. Вот. Дверь? Нет, вот рычаг тут. Он вообще ничего не делает. Видишь, что-то не хватает. Он должен выключать, но тут что-то не хватает. Вот, да. Вот здесь что-то нужно вставить. Предохранитель какой-то. Ну, уже покруче, слышь, а то это... убей, говоря, бандитов там. Да, тут какие-то хоть разнообразные локации, какие-то даже головоломки мини. Только вот толку-то от этих головоломок. Ну, где мы будем искать? Ну, ладно, пойдем пока сходим ту локацию зачистим, посмотрим, может, там что найдем. Потому что тут мы все излазили, ничего нет. Ну да, тогда будем знать, что здесь есть место, где нужно, можно что-нибудь вставить предохранитель сюда. Угу. Запомним обязательно. Все равно локация не слишком большая, так что... Все так, теперь тут мы были уже. Встретили ожесточенное сопротивление. Да, я бы не сказал, что оно было особо ожесточенным, но... Все равно, нас чуть не отпинали. Во, ты профукал денежку. $2. Они мне тоже дались, тут деньги, походу, вместе считываются. Так. Вот я заметил, когда мы подходим, вот каждый раз вот эта хрень включается. Ну, что это чекпоинт. Дает? Автоматически врубается, да? Ну, мы сдохнем и возродимся тут. Пока что мы еще ни разу не умерли за всю игру. Это пока. Постараемся сохранить эту традицию. Вау. Бульк. Это ты ему устроил. Ага. Немножко график напоминает этот Ганслинга. Ага. Чарльз. Ты проходил его? Да. Я пробовал играть. М? Я пробовал играть, не пока не допрошу. Так. Вау, 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 вау. Полегче, парни. Эти ближники точно доконают. Не, они сильные вблизи. Но я сильнее. Ага. Что я уничтожил просто вблизи. Кстати, у меня топорик, как у этих психов, знаешь. Ага. А у тебя какой ближний? А у меня... Катана вроде. Ну, катана, что-то типа нож какой-то. Блин, нафига мне бабло? Дайте мне патроны. Дайте нам новое оружие. А то пока что нормальное оружие, только тебе встретилось дробовик. И слышь, это говорит, давай ты сделаешь, и я дам тебе дробовик. О, тогда мы друзья. Сань, иди сюда, я тут пушки нашел. Сейчас иду. Я тоже пистолет нашел, но я иду. Пистолет уже заканали. Ты где? Вот, я тут стою. Я две пухи взял, две тебе взял. Оставил. А какие ты пухи взял? А тут пистолеты лежат. Ах, зараза. Ну это, видать, так задумано. Иди сюда. Я прыгнул с другой. Я прыгнул с другой крыши. Как на другую крышу попал. А вон там. Как-то я залез. Сейчас все будет. Да, вот тут лестница. Так, что это мне вообще дали? Скользкий пистолетик. Офигенно звучит. Ах, черт, не допрыгнул. Немножко мне напомнилось это место из Outlast'а, а ты должен прыгнуть успеть в канализации, помнишь? Ага. Иначе за жопу схватит. Во, прикольный пистолет такой со штыком. А урон у него какой? 37. Нифига себе. И ты себе такой отхапал? Да. Да ты глянь, на 28 есть. На 28 еще есть пистолет. А лежат там какие пухи? На 33, 2. Давай, 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 давай. Молодца. Какие дефекты получше? Взрывной урон. Не отсюда, не отсюда. Не допрыгнешь. А откуда? А вот, видишь, вот. Вон там. Как пойдем, я с тобой пойду. Да, что-то я не догоняю. Так. Вот и первый ящик с оружием. Вот и первый ящик с оружием, который мы, до которого я не могу допрыгнуть. Вот, иди сюда, вот отсюда надо прыгать. Только не врежься в столб. А, вот. Да, все понятно. Разрывной. А, они два одинаковых типа. Так. Пойдем.
Отройду патрончики. Шо? Так, чё ты ждешь? Я оружие. Да я не тебе, этот железяк стоит. Он с нами, что ли? Ну да, мы же с ним идем. Отлично. Используем потом эту пулю. Дай-ка я его попробую. Это самоубийца был. Если бы я его остановил, был бы капец. Как в этом Сириус Сэмми, помнишь? Да. Такие же чуваки. Прикольно. Вау, огненный пух и нашелся. Такая, знаешь, как Сильвер Баллер, похоже, примерно так. Чей-то. Босс? Light the fuses, bitches! Бум и бэм. Я думаю, здесь стоит и закончить серию, а в следующем мы продолжим уже уничтожать этих ублюдков. Но тут нет паузы! Ладно. Давай тогда заканчиваем уже. Давай их закончим. Потому это что... будет эпичный бой, я думаю. Вау, точно, реально прям напоминает Ганслингер. Там в одном моменте были такие чуваки, которые... Такой взрывной он, точнее, он один был. Да, неплохая у меня. У меня пуха, реально, слышь, револьвер. Надо как это, на Диком Западе так рукой так стрелять. Вау. Смотри, сам не умри. Давай, блин. Где это? Сволочь? Надо Бэма убивать. Убей его, ты быстрее убьешь его. Я вряд ли успею, у меня уже все прям темница. Тут ужас. Ну сейчас сам испытаешь, что это такое, когда темница в глазах. Где это сволочь? Я его не вижу. Вот накаркали, первая смерть сразу. Ладно, тут недалеко, в принципе. Еще хорошо, что не надо будет. Не надо будет их убивать. Заново все это, да, то чисто пробежать и все. Вот бы жизни так, умер там где-нибудь, респаунился и живешь дальше себе. Ага. $26. Помнишь, иногда по несколько тысяч забирали. Но это потом уже с левелом будешь. Так, ну сейчас мы их точно прикончим. Сейчас мы их прикончим. Левую. Так. God save us. Go. There is no God in our universe. Вау, не сразу чип смотрит, ни хера себе. Нам по-любому должна пушка с них достаться. Что-то мне выпало. Аптечка, патроны. Нет, аптечку, подними меня. Давай. Психи. Поднялся? Да. Ты поднялся с самых низов, понимаешь? Так, я не понимаю, что происходит. Я просто подбираю все подряд. Еще аптечку. Взял с него пушку. Мне что-то выпало, по-моему, граната с него выпала. А, ну это хрень. Офигеть, что происходит? Да. Где этот ублюдок? А вон он сидит на этом, наверху. Надо большую Берту уничтожать, понял? Кого уничтожать? Вот, и стреляет. Пушка. А. Ну все, нету ее. Так. Блин, валим. Это жесть какая-то. Да блин, патроны дайте, сволочи. Как клевая граната, блин. Так, где он? Я не могу его осудить нормально. Вон он. Нам бы такой джетпак, да? Джекпад. В джетпак, кстати, больше урона. Пытайся в джетпак попадать. Короче, я с него даже прибираюсь. Аптеку дай, аптеку. Сейчас давай, добивай. Граната. Аптечка. Что-то у него. Еще одна метательная граната.
Я еще чуть-чуть всего подобрал. Я вообще много чего подобрал. Так, все вроде. Сейчас это я гляну, что у меня вообще выпало. Ой, сколько много всего. Сколько всякого дерьма-то, а? Новая метательная граната. Короче, много всякой фигни, которую вообще мы использовать не будем. Я дофига пистолетов подобрал, которые очень плохие по урону. И у меня уровень. Наконец-то. Все. Так. Да, сейчас надо тоже глянуть, что у меня. Ну, у меня вроде как турелька появилась. Да, очки навыки. Как пользоваться умениями? Я вот не знаю. Не врубаются. Ой, фу. Чё-то. Чё-то не пойму, что тут вообще. Я нажимаю, у тебя тоже не нажимается нифига. Я вообще не пойму, что делать. Я тут... типа очки навыки, очки навыков доступны, но они не могут использоваться никак. Я использовал. С этим. А, тут проблем. Надо активировать сначала. Я вот активировал турель, короче. Турель. Тут, турель. Кстати, вон еще я пухи нашел, пистолеты фиговые. Ну, так. У нас, но лучше. Так, все, теперь у меня, короче, есть пуха. А как использовать? Какую кнопку? На F. А ты себе что хочешь? А, понятно, это голограмма, а я, короче, в инвиз ушел. Да, прикольно. Тут у нас. Ну что, давай на этом тогда закончим. Да, да, тут закончим, прикольный момент был. Закончилось на интересном месте достаточно. Да, босса убили. А в следующий пойдем... Да блин! Сейчас мы их убьем. На вскидку стреляю, как знаешь, не за Walking Dead. Ага. И промахиваюсь, как голливудский фильм или шоу. Хорошо, я в него попал. Да, у меня разрывные пули, так что тоже неплохо. Всегда я больше огненное оружие любил. Что фэнтези, что... Для... О, как хорошо, попал прям далеко. Так, сейчас эти последние... Сейчас надо будет все эти пушки продать. Да, нужен магазин. Так, ну и что, здесь закончим, следующий пойдем дальше прикалываться. Потому что, ну, я не знаю, что будет дальше, там, нам самое главное сейчас магазин найти. Ну, да. А потом уже что-нибудь там, какой-нибудь, типа сюжет будем проходить и так далее. Надо будет еще дополнительный квест взять интересный, потому что Пирс достаточно яркий персонаж был в первой части и хочется... Не его... было, было. Персонаж. Так. Так, у меня уже места нет, в общем. У меня тоже. Я вообще, слышу, смотри, куда я запрыгнул. Что-то я на какой-нибудь фиг сюда лезу. Думаешь, какой-нибудь тайничок? Ой. Нафига я сюда спрыгну. Я не знаю, наверху что-нибудь. Ладно, в общем, здесь мы тогда и закончим. Да, увидимся в следующих сериях. С вами были Нейт и Рэйлон сегодня. Рэйлон, Айрон. У меня много имен, так что... Слышь, лучше просто это... говорить. Слышь, как там тебя еще называли? Реван, Айрон, Саня, да посрать, да? Ну, увидимся в следующих сериях. С вами был Нейт, Айрон, Реван. Пофигу. Всего хорошего. Всем пока. Да, пока.